Приветствую вас, уважаемые зрители и участники проекта «Совалмаш». Рад сообщить вам, что у участника проекта Виктора Арестова работа по производству гольф-каров с применением технологии «Славянка» идут полным ходом. В подтверждение этого предлагаю вам ознакомиться с его видео, снятым на заводе изготовителя. На видео видно, что контроллеры и моторы уже установлены. В ближайшее время будут проходить настройки контроллеров, и после получения батарей и солнечных панелей будут проведены полные настройки и ходовые испытания. Сейчас для постройки подобных гольф-каров используются самые качественные материалы. Полностью алюминиевая нержавеющая конструкция. Усовершенствованный и измененный мотор DA100SL. У него исчез передний фланец, и сейчас он используется на 48 вольт. При этом он достигает мощности в 4,6 кВт. Скорость вращения мотора составляет 7500 оборотов. Скорость самого гольф-кара достигает 48 км в час с четырьмя людьми на борту. Это происходит за счет малого размера окружности колес. Подчеркнем, что для продаж скорость гольф-кара будет ограничена до 35 км в час. С моторами, которые компания использовала ранее, и с контроллерами Curtis, скорость у ненагруженного гольф-кара составляла всего 28 км в час. Широкое применение гольф-кары получили благодаря тому, что работают на электротяге, являются экологичными и малошумными, и поэтому могут использоваться не только на открытых пространствах, но и в помещениях, и в зонах отдыха. Гольф-кары применяются в самых разных сферах. На крупных предприятиях для перевозки по цехам сотрудников, в санаториях и больницах для безопасной транспортировки пациентов, в парках и туристических зонах для экскурсионных поездок, на стадионах для перевозки спортсменов и инвентаря, в аэропортах и на вокзалах для транспортировки пассажиров и багажа, в гипермаркетах для удобства передвижения посетителей и так далее. В настоящее время гольф-кар с применением технологии «Славянка» и установленными солнечными панелями на крыше является востребованным инновационным продуктом. Гольф-кары в таком исполнении могут работать только на энергии солнца, без подзарядки от сети. Старт возможен без заброса по амперажу, то есть момента мотора хватает, чтобы обеспечить движение со старта и до скорости около 15-18 км в час без использования батареи. Такого раньше не было. Более легкий солнечный транспорт с классическими двигателями не мог достичь подобных результатов. Кроме того, тесты на широте в 31 градус показали, что в реальных условиях эксплуатации автомобилю вообще не нужна зарядка от сети. С учетом того, что он передвигается на средней скорости до 20-30 км в час на небольшие расстояния. И у него есть возможность накапливать энергию солнца во время простоя. Это стало возможно во многом благодаря уникальным характеристикам двигателя с совмещенными обмотками. И, что немаловажно, вся система вместе с солнечной панелью и двигателем, построенным с применением технологии «Славянка», по цене не будет превышать стоимость обычной модели. То есть рынок получит высокоэффективную модель гольф-кара, отвечающую всем современным тенденциям и превосходящую по характеристикам существующие модели по цене стандартного гольф-кара. И это, уважаемые зрители, очередная демонстрация преимуществ, которые открываются человечеству от применения и массового внедрения технологии совмещенных обмоток «Славянка». На этом все. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. До новых встреч!